недели три, наверное, назад начали копать, вот где машины стоят, три строя, да, вот там они начали копать. Потом прошло какое-то время, неделю, они вот здесь вот прикопали, где вот у нас асфальт, вот видите грязь, да, вот. Я, было сухо, была прекрасная солнечная погода, я иду и остановилась, мужчина что-то там искал, выяснил, что они с МОП ЖКХ и ищут провод электрический, где-то что-то, ну я не это самое, я говорю, а после себя потом асфальт положат, это не наше, это не мы, наше дело найти неисправность. Ну и все, я вот через неделю приезжал, я уехала, меня неделю не было, приезжаю, вот сегодня я пошла, вчера был дождь, я никуда не ходила, сегодня пошла, вы представляете, вы себе представляете вот так пройти? Ну ладно, я обошла, ну уже когда домой возвращалась, так, да. Знает где. И все. Звонит, в МОП ЖКХ позвонила в приемную, мне дали номер телефона капитального строительства. Ну, сказали, позвоним, выясним. Так и не позвонили в итоге. И в итоге что? Вы посмотрите, жижа. Здесь никогда, вот весной здесь просто болото, натуральное болото. Никому не дел. Ну, засыпьте щебнем или что? Вот же щебень даже, покидайте хотя бы. Мы утоптаем. Мы, прохожие, пешеходы, мы утоптаем все это. Нет, никому ничего не надо.